Всем привет! С вами Итальяночка. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы запоминаем слово «gemelli». У него есть целых три значения. Первое значение – близнецы. Sono gemelli – они близнецы. Или fratelli gemelli – братья-близнецы. Причем, если близнецы девочки, то вместо gemelli мы будем использовать gemelle. Sono gemelle или sorelle gemelle. Второе значение слова gemelli – segno зодиакале – знак зодиака. Di che segno sei? Какой твой знак зодиака? Или кто ты по гороскопу? Sono dei gemelli – я близнецы. Третье значение слова gemelli – запонки. Запомните также anima gemella – родственная душа. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И апресто, до скорого! Ваша итальяночка!